На складе мы держим еще желтую группу, латунные пруточки ОС-59, диаметром где-то от 3 мм. Ну, очень многие пруточки стараемся держать всякие пленкой, но политика цен Каменск-Уральского завода нас не радует. ОСС-35, медные пруточки, вражеские, трубочки ОС-59, немножко трубочек есть, ОС-63. Держим латунные пруточки ОС-59 и ОС-63 в ассортименте. Прессованные пруточки у нас латунные до диаметра 150-160. БРБшные пруточки до 120 диаметра. Мы принципиально не работаем с пруточками Ценского завода АЦМ. Я не доверяю, потому что много раз были претензии по качеству у наших знакомых. Вот, работаем только с Каменск-Уральским, либо ГМК-шным материалом. Вот, держим и шестигранички, и трубы держим латунные некоторые. Вот есть латунные трубы. Хорошие, кстати, трубы. Тоже держим ассортимент. Я сейчас не помню, по-моему, 20 на 7 трубочка, 20 на 5. Приготовлены латунный прокат, латунные трубы, дюралевые пруточки лежат. Медные пруточки до 160-го диаметра, от пятерки до 160. Латунные листы, держим медные листы, подписываем. Вот еще пачка. Наличие есть. Если надо, латунные листы мы где-то от восьмерки режем, и толще, любые. Медь где-то от десятки режем. Нам резать без разницы, что 63, что 59, что медь. Вот кусочки от начатых плит латунных и медных. То есть всегда можно подобрать даже то, что нужно, даже резать не надо. Вот они. Вот видно по качеству спилов, как они выглядят. Это со времен моей молодости слева ленты из бирюлевой бронзы. Некоторые ленты у нас уже лежат лет 10, как 15. С Тушинского завода еще переехали. Если они в Тушино лет 10 лежали, оттуда мы переехали в 2013 году, в декабре. Но вот можно посчитать. Раньше у нас по 10 тонн ленты было бирюлевой. Вот где-то осталось последние там тонна полторы. Вот еще латунно-медная группа. Ну, короче, здесь так. 50 тонн латуни меди, я считаю, это так, просто для ассортимента чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Может, всегда можно посмотреть на нашем сайте. Ну, там, может, и 100 тонн.